Команда КВН «СОК», город Самара. Пили? Нет. Ели? Да. Ой, то есть наоборот. Понятно. В то время как я в поте лица сижу в сауне. Вы тут, я извиняюсь, Титька? Я извинился. Фестиваль, между прочим. Где Василина? Time to say goodbye. So now everybody can sigh. No more hands and soul of you. Time for... Уже хряпнуло где-то? Чуть-чуть. Василина, пойми, это тебе не Самарская филармония. Это театр российской армии. Ничего, сейчас замахнул, да? Так, все, давайте, собрались. Вперед, в премьер-лигу. Да что же меня несет-то сегодня? Специальное предложение от сочинских врачей. УЗИ с обезьянкой. Парнокопытное животное, живущее в горах, 5 букв. Козел? Вот ты кто. Ты зачем мой сканворд разгадал? Вон. Флайеры, флайеры, флайеры на концерт, флайеры на концерт, флайеры на концерт, «Фактор 2». «Фактор 2» сегодня в городе, единственный концерт этого замечательного коллектива. «Фактор 2» сегодня в городе. Флайеры на концерт, «Фактор 2». «Фактор 2» сегодня в городе, «Фактор 2». Флайеры на концерт. Да виделись! Флайеры на концерт, «Фактор 2». Если вас укусил клещ, не спешите идти к врачу. А через 3 месяца порадуйте своих друзей веселой походкой. Как еще раз? Там, если вас клещ цепанул, вы сразу к врачам не рвите, а потом с пацанами поржете. Пока так. Номер бомба. Сочинская школа художественной гимнастики. Таня Иванова, иди сюда. На чемпионат Европы ты не едешь. Как это не еду? Я вообще-то первенство России выиграла. Я не про карты сейчас. Выиграла. То, что ты соперником в раздевалке ноги сломала, это выиграла, что ли? Это не спортивно раз, не гуманно два и не в первый раз 3. Алевтина Райхановна, а вы... Что Алевтина Райхановна? Я уже 2 года, Алевтина Райхановна. Так, все, у меня для вас 2 новости. Одна хорошая, вторая плохая. Плохая. Нашу школу сносят. Как? Бульдозером. И на ее месте будет кафешка. А хорошая? Ну, хорошая, очень хорошая, недорогая кафешка будет. Это нормально. Но тренировка есть тренировка, поэтому сейчас все вместе будем репетировать подскоки. То есть просто Таня подпрыгнет и все. Ну вот. Вот, по результатам подскоков Таня на соревновании не едет. Как это не едет? Вы что, меня здесь за лоху, что ли, держите? Думаете, я ничего не умею, что ли? Так, ну-ка музычку. Yeah.
И в конце хотелось бы сказать... И в конце хотелось бы сказать, Александр Васильевич, это еще не все, что мы можем. Ну а как бы просто проинформировать?